Ты опоздал. Опять. Я опоздал? Не, я просто заскакивал в туалет. Это твоя отмазка на сегодня? Это не как в другие разы, серьезно. Ну так расскажи. Я самый большой фанат твоих отмазок. Я шел на работу. Ну, в смысле, как обычно, я каждый день делаю. Как неожиданно я вступил в собачье дерьмо. И потом мне пришлось возвращаться домой. Ну, потому что мне же нужно было переодеть ботинки, да? Но оказалось, что я забыл ключи, и дверь захлопнулась. Но мне повезло, что через дорогу был чувак, который просто крикнул. Эй, ботинки не нужны? Естественно, я ответил, ну, давай мне белые. А он мне в ответ, $5. Ну и вы знаете, я не ношу наличку. Ну и он сказал, терминал вниз по дороге. Ну и я довольно долго еще двигал к самому банкомату. Ну и там я понял, что я забыл дома кошелек, поэтому я пытался там понажимать еще всякого минут 10, пока он просто не выплюнул мне $5. Ну, типа я клево сработал. Ну и мне нужно было вернуться к этому чуваку, купить ботинки и потом идти на работу. А как давно это было? Ну, где-то минут 30 назад. Ладно. А что потом было? Ну, я... был похищен. Меня схватили и кинули в машину. Я сказал им, у меня дерьмо на ботинке. А он сказал, мне плевать на дерьмо на ботинке. Ты теперь у меня в заложниках. Звони своим близким людям и... проси большой выкуп. И я сказал ему, эй, чувак, у меня есть только $5. А он сказал, а да? Тогда будем бороться как рестлер. И я ответил, рестлинг? Да без проблем. Чё б нет? А он сказал, окей, ты готов? Я вот готов. Пошли! Мы стали друг напротив друга, он сорвал свою маску, под которой была рестлинг-маска. Он начал рвать на себе свитер, и он и... у него прям все мышцы были напряжены. Но я ему, естественно, сказал, давай побыстрее, потому что я на работу опаздываю. Потому что меня таким не напугать. Его удар прошел мимо, но я успел дать ему по орешкам и сделать захват скалы. И рефери из ниоткуда появился такой... раз, два, так, три... и вот я победил. Ну и он сказал, типа, ты можешь идти. Вот. Короче, я понял, что я опаздываю на работу, и из ниоткуда просто появилась машина, и в ней была легенда рестлинга Рик Флёр. И он такой, эй, чувак, как дела? Видел, как ты тому парню напинал, было клёво. А я такой, я на работу опаздываю. А он такой, я тебя подвезу. И я такой, ты уверен? А он, вуу! И я такой, вуу! И он такой, вуу! И мы вместе, вуу! Рик Флёр. Да. Рик Флёр. Тебя сюда подвез. Ну да, подвез. Рик Флёр. Ты уволен. Нет, кстати, я... ты вообще представляешь, что... Анвар. Рик. Ты телефон забыл. Спасибо большое. Смотри, теряйся. Хорошо, увидимся. Давай, бро. Вспоминай, как ты этого чела на парковке разложил. Было потрясно. Спасибо. Слышь, ты не против, если ненадолго похищу этого мужика? Ай, да брось! Ай, да брось! Анвар, ты легенда! Чё, прокатимся на лимузине? Рик, я твой фанат. Мир тебе, друг. А перевёл, озвучил виски. Ага.